Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада видеть вас на моем канале «Мир глазами пенсионерки». Сегодня мы совершим прогулку к Белой Дюне. Для этого мы приехали в Пабажи. Пабажи находятся в 45 километрах от Риги. Следующая остановка от Пабажи будет Саукраста. Это в том направлении. До Пабажей ехать 1 час из Риги. Билет стоит 2 евро 10 центов. Вот это в сторону Саукрасты дорога. Это станция Пабажи. Она была открыта в 1934 году. Сейчас мы будем идти в сторону моря. И там начну свой рассказ о Белой Дюне. Вот указатель до пляжа 0,4 километра. Ну, где-то минут 15 по этой дорожке идти в сторону пляжа. Очень красивая сегодня погода, солнце светит. Тихо и уютно здесь. Вот такие мосточки здесь проложены, чтобы людям было удобно идти. Такой лес окружает. И вот мы по этим мосточкам пройдемся вперед. Там уже море видно среди сосен. Такие ступенечки здесь небольшие. Очень удобно идти. Вот здесь указатель стоит Саулретака 1 километр, Балтакапа 1,2 километра. Вот там море. Видите уже берег. Вид, конечно, чудесный. Вот скамеечки для отдыха. Покажу вам вид вначале сверху здесь.
А потом пойдем на берег моря. Сейчас я буду спускаться к берегу моря. Посмотрите, в ту сторону Саукрасте. А в эту сторону будет Балтакапа, Белая дюна. Вот по берегу мы туда и направимся. Смотрите, какая красота! Солнце еще находится за соснами. Немножко шум моря послушайте. Я прогуляюсь вдоль берега. Если по берегу идти, то 1 километр 200 метров до Белой дюны. Вот мы идем по берегу моря, а это вот и есть дюна. Она, конечно, поросла соснами, но все-таки она высокая, и дальше мы на нее заберемся по лесенке. Вот здесь есть лесенки, но мы чуть дальше пройдем к речушке, которая впадает в Рижский залив. Я вот вам покажу просто вид этого природного явления. Самая большая высота этой дюны 18 метров. И в древние времена дюна была ориентиром для местных рыбаков. Здесь очень много коряг поваленных. Вот посмотрите, на какое животное это похоже. А здесь тоже вторая. Посмотрите,
Я здесь вижу тюленя. А там угорь. Вот такие интересные поваленные деревья. И в них можно увидеть какие-то изображения. Хотя дюна заросла сосновым лесом, все еще виден склон, обращенный к морю. Вот видите, какая дюна высокая. В этом месте речка впадает в Рижский залив. А вот на берегу видна эта белая дюна. И наверху сделана тропа, на которую мы с вами поднимемся и посмотрим, как там красиво. Склоны дюны укреплены. Наверху можно будет посидеть, полюбоваться на Рижский залив. Вот эта речка маленькая, она вот впадает в Рижский залив. Это вид на дюну с берега моря. Сейчас мы подойдем к лестнице и будем подниматься наверх. И уже наверху походим и посмотрим, как там все сделано. Очень красиво. Чудесный вид с моря на дюну. На этом обзор с берега моря я буду заканчивать. Сейчас будем подниматься по лестнице, и тогда я продолжу свой обзор. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Ирина. До свидания.